На три? В смысле на три? На три? А, ну, в принципе, давай сразу на третий, но пойдем тогда. А, карта дефолтная. Да, карта дефолтная. Я не покупал DLC, поэтому не переживайте. У всех эта карта есть. У кого лицензионная версия игры. Как делишки? Супер, как у тебя делишки? Лучше ты мне расскажи. У меня вообще отлично. Не жалуюсь. Если ныть и вечно жаловаться всем подряд, то дела будут херовые, и жизнь будет говно. Да, есть друзья, есть знакомые, это все точно. Все правильно. Один раз за всю историю игры, за всю историю, когда я играл, устанавливал, но что-то не пошло не так, и я их удалил. Если подскажете хорошие моды, буду только рад, кидайте в группу ВК, обязательно посмотрю. В мультиплеере моды не работают, все верно, в мультиплеере работают только DLC. Гляну, Рома, на твой канал, гляну потом. Сейчас поиграть, поиграем обязательно. Отлично, вообще супер. Рад, что у тебя отлично, Илюха, дела. Выбирает для себя, что он сделает на канале у человека. Поставит лайк, подпишется, или поставит дизлайк и просто уйдет. Ну или еще напишет какое-нибудь некультурное слово. И за это я никому ничего не говорю. Груз, пожалуйста, ребят. Вот такой вот груз. Сейчас мы даже остановимся. Смотрите. Вот такой вот огроменный груз у нас. У нас есть сопровождение, две машины и плюс гайцы, которые перекрывают везде все для нас. Вот такой охренеть здоровый груз. Весит он 50 тонн. Поехали дальше. Где? А, понял. Огромный, да? Просто, мистер, огромный грузище. Не говорит. Ну, в личку мне можешь кинуть, можешь в стиме скинуть, можешь в ВК скинуть. Но я, как правило, на свой дискорд рассылаю всем отдельно ссылки. И все заходят и играем вместе, и балдеем, получаем удовольствие. Так, стоп, а нам что сейчас, поворот? Если вдруг постучитесь в ВК, обязательно добавлю, и в стиме добавлю, и в ВК добавлю. У меня места много, у меня, я почистил тут пару месяцев назад список вообще везде и в стиме. ВК везде, в инстаграме меня, зацепился, в инстаграме меня. Я зарегистрирован, но я там пока не веду страничку, надо будет вести, меня многие спрашивали уже. Надо будет вести, обязательно. Спасибо, Данил. Тебе тоже хорошего настроения и приятного вечера. Смотрите, ребят, нас на видео снимают. Посигналим. Видите, перекрыли дорогу полностью для нас. Тормозим. Еще раз посигналим. Нет, тебя я не чистил. А может и почистил. Добавьте заново. Запоминайте, ребят, как грузовик выглядит, чтобы меня было легко найти. Скания спортивная. Чтобы они перешли ко мне на канал, и еще раз удачи. Скажу обязательно, потом попозже, окей.
тормозим. Сейчас, ребят, заскочите к человеку на канал. Если кому не сложно, подпишитесь. Уж очень он просит. Если вам не сложно, доставьте человеку приятно. Так, подъезжаем. Все, доставили. Сейчас пойдем в мультиплеер, ребят, на третий сервер.